у нас нормальные машины, даже с импортными комплектующими, оказывается, не могут собрать. Полетел блок управления коробкой, вариатор там, коробка. Вот он такой. Здесь вот номер, стоит он где-то около аккумулятора под капотом. Новый стоит около 70 тысяч. Купил бэушный за 30. Вот это больное место, оказывается, у Nissan Тиана 2014 года, третьего поколения.